пожалуйста, чтобы не слететь там в кюветик. В Мариуполе тоже очень сильно метет. Me lähdimme kotoa Helsinki-Vantaan lentoasemalta kello 12 tänä päivänä. Ja nyt olemme autossa matkalla Mariupolin kaupunkiin, joka on Azovan meren rannalla. Me teimme välilaskun Kiovaan. Kiovassa olimme muutaman tunnin. Odotimme sitten jatkolentoa Zaporozhien kaupunkiin. Ja siellä Gennadi yhdessä autokuskissa kanssa tulivat meitä vastaan. Kello oli jo 22.30. Ja sieltä sitten Zaporozhien kaupungista lähdimme kohti Mariupolia. Arvioitu saapumisaika Mariupolin on kello 1.30 aamuyötä. Gennadi Mohnenko on meidän kanssamme ja hän makaa tuolta takapenkillä. On ollut raskas päivä hänellä ja hän tarvitsee vähän lepoa. Ja Gennadi on tunnettu myöskin Suomessa Alfa TV:n kautta. Olemme häntä haastatelleet. Siellä hän on kertonut siitä maailman ympäri matkasta. Nuorison kanssa he ovat pyöräilleet tuhansia ja tuhansia kilometriä herättäen ihmisiä siihen ajatukseen, että pitäisi adoptoida lapsia, joilla ei ole äitiä eikä isiä tai sellaisia äitiä, isiä, jotka eivät pysty huolehtimaan lapsistaan. Eli he tekevät valtavan hienoa työtä ja pyöräilevät maailman ympäri. On semmoinen kampanja menossa näin. Herätään huomiota ja myöskin keräten varoja sitten tarvittavaan työhön. Мы рады видеть команду IRR TV вновь в Украине. А в очередной раз команда прибыла к нам с подарками из Финляндии на линию фронта. Немногие люди в эти 4 военных года добираются к нам. И мы очень рады видеть вашу команду здесь. Welcome back! Привет! Olisimme lentäneet Mariupolin kaupunkiin, mutta lentokone on tällä hetkellä ei ole käytössä siviililiikenteelle. Sitä käyttävät tällä hetkellä puolustusvoimat. Ainut tapa päästä Zaporozhien kaupungista, joka sijaitsee noin parin 250 kilometrin päässä Mariupolista, on maateitse. Ja tästä syystä nyt sitten nykien ja heiluen ja täristä mennään Mariupolin kaupunkiin autolla. Дороги ужасные, машину трясет, дороги раздолбанные. Их и до войны нормальных не было, а за эти 4 года совсем разбитые. Поэтому добраться, наверное, легче долететь на самолете до Украины, чем потом добраться на машине внутри уже Украины до нашего города. Но спасибо, что вы здесь. Потом нужно еще раз их выслушать. Они говорили о билбордах по всему фронту, еще говорили о том, что билборды можно даже как-то захватить на другой стороне. Я на другую сторону, увы, выхода не имею. Сила перемен. Сила прощения. У меня на здании церкви, Хану, на здании церкви, наше название церкви – Церковь добрых перемен. Да, да. И слоган у нас висит – ощути силу добрых перемен. Ну, отлично. Я не знаю, откуда финны берут силы на решение деловых вопросов в 12 ночи после перелета. У меня уже сил нет. Но здесь прямо по ходу мы планируем завтрашний день. Завтра у нас очень насыщенный график. Мы будем иметь торжественное мероприятие по официальному открытию нашей птицефермы, которую нам помогли построить команда IRR TV. Завтра мы также отправляемся, посещаем наши детские центры, и мы отправляемся в поселке на линии фронта, куда везем и помощь людям, и послужим, и посетим, и также будем думать о проекте, большом серьезном проекте «Сила перемен» для прифронтовой зоны. Даст Бог, мы увидим много реально сильных, ярких историй об измененных человеческих жизнях. Tässä on 250 километров рintama-aluetta. Lähellä тулилиниaa menemme koko pitkin matkan, alkaen siis huomisesta päivästä. Mutta tänään tie on aika monttunen.
sataa lunta. Näkyvyys on välillä aika huonoa, mutta kuitenkin matka taittuu ja vähän pomppien ja pikkasen niin täristen mennään, mutta että mennään varmasti kohti Mariupolin kaupunkia Azovan merelle. Война в этом плане интересное время, потому что когда сгущается тьма, сказано в Писании, умножается и благодать Божья. Мы видим, что как во время войны люди многие обращаются к Богу, переживают перемены и уверены, что это хорошее время для большой евангелизации прямо посреди войны. Ветер и метель сильная, да? Провода порвало, птица мерзнет, света нет в селе и неизвестно, когда будет. Но мы не унываем. Вот они реалии украинские. Епископ в 2 часа ночи. Сколько уже? 2 часа ночи? Час полтора. Епископ полтора носится, спасает птенцов на ферме, потому что провода порвало ураганным ветром. И метель идет, света нет, птица мерзнет. Я пастор церкви из города Горловки, Донецкая область. Последние 2,5 года живу вместе с семьей, со своей семьей, с моим зятем, дочерью, внуками. Живем здесь, в Червоно, Червоное поселок. И помогаем нашему другу Геннадию Махненко в строительстве домов семейного типа и в строительстве птицефермы, на которой сейчас находимся. Хорошо, держись, Федорович, идем на помощь, идем навстречу. Да, давай, едем аккуратненько. Ну, сегодня ночью пошел снег, ветер это самое, и где-то оборвалась линия передачи. Они сказали, что в течение 3 суток света не будет в Червоном, и мы будем 3 суток находиться без света. Как-то так. Хорошо, давай. Увидимся утром. Если тебя заметет снегом, звони, будем откапывать. Где-то упало дерево или какое-то повреждение, сильные ветра, и все, автоматически у нас нет света. Это село. Вот. И нам приходится пользоваться генераторами, то есть, ну, это бензин и постоянное переключение. То есть, опять же, все еще не доделано до режима автоматизма. Вот. И чтобы это работало на 100%, нужны хорошие генераторы, конечно. Вот у нас... У нас есть один генератор, но он не очень хороший. Вот на данный момент он работает, есть свет, работает котел, работают дополнительные обогреватели. То есть птица чувствует себя комфортно, поэтому, слава Богу, Божьей молитвой мы идем вперед. Да, Стас, пожалуйста, не гони сильно. Заносы снежные, колесо может кинуть машину. Местами по бокам лежат у тебя сугробы. Друзья, я, кстати, поздравляю вас. Вы въезжаете в мой город не по проспекту Ленина, а по проспекту Мира. 70 лет он был проспектом Ленина, а теперь проспект Мира. И это приятные перемены, друзья. Сейчас мы едем, все собираемся на Круче. Старт на Круче. Прямо выезд есть на проспект? А, отлично, спасибо.
Меня зовут Татьяна Карпухина, я директор детского центра Республика Пилигрим города Мариуполя Донецкой области в Украине. Сейчас мы с вами окажемся на молитвенной круче. Это так называется молитвенная гора, молитвенный обрыв такой, который находится над морем. И мы приезжаем сюда с ребятами, с детьми. Въезд сюда еще совсем недавно был запрещен из-за военных действий, из-за того, что угроза заминирования была. И до сих пор не советуют особо в посадки уходить там и так далее, потому что лучше не рисковать. Было несколько случаев в других районах, что люди там потрапляли на мину. Вот наш пастор Геннадий. Военизированный. О-о-о-о. Эй, пилигримы! Неужели вы боитесь снега? Нет! Неужели вы боитесь метели? Нет! Но все-таки стоит бояться пропасти, которая здесь. Пошли! Господь, мы благодарим Тебя за наш город, за нашу страну и за наших гостей. Благодарим, Господи, за братов наших и сестер из Финляндии, из Скандинавии, которые помнят о нас. И уже не первый год во время войны они оставляют свои семьи, своих родных и приезжают с подарками, и привозят нам много благословений, поддерживают наши руки, помогают нам в наших проектах. Боже! Мы благодарим Тебя за них. Благослови их во имя Иисуса Христа. И благослови сегодняшний день и все наши поездки по линии фронта и ночевку на фронте во имя Иисуса. Аминь! Пошли кролики. Прошу всех обратить внимание, как вам моя новая шляпа. Прикольная? Держись! Держись, орлы! Попали вы! Попали! Это государство бывшей беспризорной Басоты Республика Пилигрим. Ура, дальше! Это серьезное государство на карте мира. Детвора сама здесь ремонтировала все, строила пристроечки. Вот это они построили здесь свою пристройку. Они там пытаются сделать себе баньку, сауну. И они посадили здесь сад. Эти деревья уже приносят яблочки. И это место, куда они выезжают из города. Здесь намного лучше экология. И они отдыхают здесь отрядами, гуляют на море. Это их любимое место, правда? Да! Да, 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 да. Мама начала пить, курить. Мамка начала пить, курить. Я сбежал из дома, не ходил в школу. Сколько гулял, сколько не ходил в школу? Неделю, может. Неделю гулял, не ходил в школу. Жил почти на улице там. Бродил, где попадя. Угу. Как давно пришел в Пилигрим? Год уже. Ну и как тебе здесь? Отлично. Нормалек? Да. Держи 5, красава. Ну, классическая история. В семье проблемы. Ребенок остается без надзора и начинает слетать с катушек, как мы говорим. У ребенка начинаются проблемы. Прогулы в школу, компании, улица. И здорово, что есть Республика Пилигрим, которая может оперативно включиться и дать такому ребенку и крышу над головой, и кусок хлеба. И самое главное, хорошее, доброе влияние, позитивное влияние, христианское влияние. А, это здорово, потому что если вовремя не оказаться рядом, дело заканчивается трагедией.
Когда детвора наша побывала в Финляндии в том году, то все заболели финскими саунами. Это теперь их мечта. Финская сауна – это предел мечтаний. И детвора начала мечтать и начала строить. И в течение уже долгого времени они кирпичик к кирпичику, дощечка к дощечке, они построили вот эту сауну. И буквально на днях была ее первая тест-драйв. Прошла отлично, тест-драйв. Так что кусочек Финляндии прямо здесь, у нас, в Украине, на линии фронта. Финны, вы умнички, красавчики. Спасибо за все, спасибо, что вы с нами. Это я здесь как царь сижу. Трон у меня здесь. Объявляю это кресло. Объявляю это кресло моим троном. И чаи гоняем, правильно? Это наша компашка. Расскажи свою историю. Я попал в пилигрим, потому что мама курила то же самое. Мама курила, пила. Папа бил маму. Потом мы уехали от папы и. Я попал в пилигрим, чтобы было все плохо. Ну, все было хорошо. Сколько ты уже в пилигриме? Это уже поступает третий год. Третий год уже. Нормально? Никого не обижаешь? Ну, вот и круто. Красавчик. В Финляндию поедешь со мной однажды? Да. Рыбу ловить поедем. Какая там рыбалка? Какая там? Семен с Данькой поймали первую свою в жизни рыбу в Финляндии. Представляешь, во время велотура. Вау! Финляндия, озера, бани и рыба. А воду там можно пить с крана вообще, легко. С любого крана во всей Финляндии. Вода течет, лучшая в мире вода течет там, с крана прямо. Ну, это также типичная история, когда детвора оказывается в разваленных семьях, в семьях, где проблемы с пьянкой. И, как правило, мама, оставшаяся одна, не справляется с подростком, с ребенком, не может обеспечить его педагогически, этически, морально, и ребенок оказывается в пилигриме. Это, конечно, лучший из вариантов. Еще лучше, если не восстанавливается семья, находить другую семью, что мы, в общем-то, и делаем для многих деток. Вот. Но там, где можно восстановить семью, работаем с этим. Мамка в пилигрим приходит? Когда, да. Когда была последний раз? Вчера. Вчера приходила? Да. Ух ты, классно. Как она сейчас не пьет? Нет. Вот умничка. Она ходит... В церковь ходит? Да. Ходит в церковь. Но она раньше не ходила, она не верила. Ну, вот тоже классическая история, да. То есть мама, ребенок оказался у нас, мамочка потихонечку подтягивается к церкви, и там смотришь, даст Бог, и у мамы перемены добрые будут. Вот, и мы вытянем мамку, правда? Да. Это ж моя история. Я пришел в церковь, и в семье алкоголиков была. У меня родители спивались, умирали от пьянки. Я оказался в церкви, и Бог потом спас и моего отца, и мою маму, и мою сестру. То есть все прекратили пить. Так что это классическая история. Дети приходят в церковь, их жизнь идет нормально, а потом смотришь, и родители тоже. Вано! Как у тебя дела? Нормально. Чем ты занимаешься? Я вообще спортом. Каким? Ну, поднимаю штангу, там такое. Когда вырастешь, кем хочешь? Военным. Почему? Ну, потому что когда я приехал первый раз на блокпост, я увидел, что там военные и классная форма. Я думал, что это просто одевают, но потом, когда я чуть вырос, сейчас, я понял, что это не просто одевать какие-то красивые костюмы, такие военные, а просто защищать страну, которой нужна помощь. Сейчас привезли ребенка, вот и 8, поранули ножом.
куда привезли, в больницу в Третью. И теперь там сейчас будут разборы, теперь они знают, что с ним делать дальше. Вот это самое. То, что больше всего, что там папа, там это самое, мама вообще в больницу не прошла. Сейчас полиция это самое, они будут сейчас родители этих искать, то что ну, ребенок не сам ножом мог поронуться. Они спрашивают, мы могли потом, если что, куда-то забрать ребенка, до каких-то моментов выяснения, то что вот становится... Ну, вот и 8 это центр опеки, скорее всего. Они Татьяна, могут, они... поранули ножом ребенка, год и 8, и... Не, если надо, мы можем забрать временно в Пилигрим, пока не оформят время, документы. На какое-то время. Выделить человека, который... Год и 8, маленькую маму можем забрать. Маленькую маму. Вот, да. Я говорю, женщину попросим, присмотрят, да. Что в Пилигриме, да, там лучше женщины, у кого маленькие детки, поухаживают за ними, посмотрят. Я думаю, можно пойти. Ну, я услышал. Ну, ты его понял. Если надо будет помощь забрать ребенка, мы, у нас есть же проект «Маленькая мама», мы сразу приедем, заберем там. Что ты мне даешь? Хорошо, все тогда. На связи, если что, я тебя наберу, да. Когда мы ее забрали из дома, там свалка жуть, там повесился батька, там, ну, завал там полный. И мы забрали ее, везли в Пилигрим. И я, типа, поиграться. И она, знаешь, как кошка, вот как ями, по лицу мне. Я едва, если бы я не успел отреагировать, у меня глаза выцарапала. Она просто так игралась. Принцесса выросла уже, красунечка. Кофе пью. По нашей дороге я пью кофе. Смотрите, осторожно. Вот тоже. Только видишь, этой дороге... видишь, капеллан имеет какое, как бы сказать, руки не трусятся, имеет какое отношение. Вот, приехали ко мне домой. Меня зовут Тапаман. Я украинский армейский капеллан, или сотиласпастор Альберт, который myöskin adoptoinut monta lasta ja hoitaa myös heitä täällä Mariupolin kylän liepeillä. Käydään katsomassa. Одна из самых острых проблем – это сиротство. И мы видим, что огромные интернаты – это не ответ для сироты, для ребенка, ставшего сиротой. Поэтому мы пошли по пути усыновления, и мы создаем, забираем детей под опеку, усыновление, оформляем семейные детские дома, приемные семьи. Это наша стратегия. Дети должны иметь отца, мамку, просыпаться в семье, а не в детском доме. И это один из наших детских домов. Вот батька, у него 12 приемных сыновей за эти годы. Прошу заметить, 13. И уже 13, извините, я сбиваюсь со счета, за ними не успеваюсь. Со вчерашнего дня нет света, не знаем, даст Бог, если сегодня отремонтируют, это будет чудо. А так, может быть, и 2-3 дня нет света. И генератор у нас один на всю компанию. Сейчас он на птицеферме работает. Но, слава Богу, есть печки, можно согреться. И мы отапливаем такими печками дом. Топим дровами, брикетами и углем. Так как уголь дорого, и он дольше, то мы отапливаем наш дом дровами и брикетами, но это надо постоянно через каждые 2 часа подбрасывать. Ну, как-то так. Это старый, как бы, способ отапливания жилья. Бралась сюда. Орлы, чай есть? Когда электричество пропадает, мы абсолютно находимся без рук. Да? Из-за того, что на этой печке мы только греемся, а эта печка не предусмотрена для того, чтобы что-то закипятить, сварить. У нас нема электричества, мы находимся теперь без, чтобы чай закипятить или что-то приготовить. Вот этот джентльмен, дай 5 руся, его еще этим летом хотели отправить в детский дом для недоразвитых детей, для детей с проблемами психики.
А теперь внимание. Вот он сейчас играется, Альберт его усыновил. Теперь он имеет папку, братов кучу здесь, семья. И он играет вот в эту игру, и он купил, смотрите, «Лукойл» купил, «Роснефть» купил, и еще купит кого? И кого? Короче, он скупил тут все нефтяные компании вообще. А еще он купил «Southwest Airline». И что еще у тебя крутое? В 2000 году я был директором реабилитационного центра, и мы пытались служить тем людям, которые имеют зависимость, да, алкогольную зависимость, наркотическую зависимость. Мы служили этим людям. И я услышал прямо, знаете, призыв к сердцу от Бога, что может взять ребенка в детстве и попробовать его наставить, чтобы он потом не стал плохим человеком, чтобы он не стал наркоманом, алкоголиком. Детей можно наставить. Да, Писание говорит, что юноша настал в начале пути. Это легче, чем потом исправлять взрослого человека. И я потом с 2005 года начал служить этим детям. Взял сперва двоих, потом еще одного, потом еще одного. Жил в детском доме, получается, с 3 лет, по-моему. Нашли на остановке, сначала в приюте был, а потом переправили в детский дом. Ни маму не помню, ни отца. Помню, как однажды в детский дом приехали родные, ну и лица их не помню. Помню только имя бабушки, Силакова Лидия Григорьевна. Больше ничего о них не помню. Я детьми занимаюсь 17 лет. Да? За 17 лет у меня 13 приемных детей. Взрослые уже повырастали, меньше сейчас находятся со мной. Быстро походили все. Самая последняя история, вон наш вот Русланчик, он сейчас занят весь в игре. Он попал к нам в семью в мае прошлого года, 17-го года, да? Ну, меня тогда спросили, хочешь семью? Я сказал, да. И оказался в семье. Я узнал, что его мама будет лишать родительских прав. И что его будут отдавать в детский дом. А так как у него диагноз, его будут отдадут в специализированный детский дом. Я пилот. Я вообще хотел попробовать пойти на профессию повара. Повара? Пойти попробовать. Михалыч, мы не пропадем на старости. По моим стопам. Да. Папа. Она не такая тяжелая. Он учится в обыкновенной школе, хотя до этого он учился в специализированной школе. Он в этом году проехал это самое, с нами по Европе, был в велотуре. Его личный рекорд 75 километров за день проехал. Ну, как-то так. Так что тут про каждого можно рассказывать. Я просил хлеб. Ходил в столовую, просил хлеб. И там сидел мой будущий отец. Ну, теперь уже теперешний. Сидел отец, он увидел, как я вынес сначала 10 кусков хлеба, потом 20, потом 30. Там. И я, получается, выносил и опять же раздавал всем своим как бы, друзьям, корешам. И отцу стало интересно, куда я деваю хлеб. Он вышел, увидел, что я раздаю хлеб своим друзьям, спросил меня, как зовут. Я сказал, что я из детского дома. И вот так вот у нас начались отношения. Он начал забирать на выходные. А потом, спустя какое-то время, решил меня взять под опеку. И потом он узнал, что у меня есть брат. Ну и забрал меня и брата. Вот когда нет электричества, в доме нет воды. А если в доме нет воды, то нам приходится ходить в туалет на улицу. Вот наши как бы условия. Я прожил с отцом в семье прожил уже 11 лет. Жизнь, я уверен, лучше, чем в детском доме. И сложилась для меня намного лучше, чем могла бы быть. Мои друзья из детского дома, с которыми я до сих пор общаюсь, ушли в наркотики, в пьянство. Там, в общем, пошли по касательной, как я это называю. Я благодарен отцу, семье, что я не стал таким.
он, получается, спас меня от этого. Мы пару раз пробовали сажать этот огород, а так как нету воды, оно сохло, и мы уже бросили сажать, то что это много усилий. А скважина – это очень дорогое удовольствие. Чтобы сделать тут скважину для воды, это будет там, почти 15 тысяч долларов. Из-за того, что у нас тут недалеко море, у нас скважина, чтобы дойти до питьевой воды, надо около 100 метров. У семьи, в нашей семье такое как бы понимание, что я как будто бы самый честный. Ну, стараюсь быть честным со всеми. Ой. Макс, а включи... А, света же нет. Это наша закорма. Здесь мы храним консервацию, храним картошку. Вещи вон. То, которое мы закрываем на зиму. Вот это вещи. Здесь мы храним в этом погребе. Мы привыкли делать запасы на зиму. А так как большая семья, то нам надо большие запасы. При фронтовых селах люди прячутся в погребах. Мы это, знаете, поняли в 2014 году, как Геннадий сказал: Альберт, мы будем прятаться у тебя в погребе. У тебя он глубокий и хороший погреб. И еще есть, что есть, то мы с тобой не пропадем. Так.